Все, ребятки, водитель завелся. Товар весь у него уже погружен. Он уезжает со склада на магазин разводить товар. Пока-пока, водитель. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. Круто, все круто. Ну что ж, ребятки, мы продолжаем играть в погрузчика, часть 4. И посмотрите, ребятки, куда мы с вами дошли. Ого, уже 21 уровень. Мы 20 уровней с вами прошли и дошли аж до 21 уровня. Так, ну что, погрузчик, ты готов? Да, Юра, я готов. Ну что ж, тогда поехали. Так, берем вот эту бочечку, ребятки, нажимаем сюда. И потом, наверное... Надо нам затолкать бочку сюда. Подождите, а как же ее затолкать? Надо нам ее бросить, наверное, туда. Вот так. Опа, отлично, ребятки, посмотрите. Все, ребятки, первая машинка уехала. И таким образом, ребятки, нам надо теперь вторую машинку также, ребятки, отправить. Так, сделать вот так вот. И теперь сделать, ребятки, следующее. Нажать на кнопку. А, нет, подождите, ребятки, немножко неправильно я сделал. Так, нам надо сначала вот этот сюда, а здесь нажать на кнопку. Вот так вот. Отличненько, дорогие друзья, и две машинки уехали на склад с продуктами. Отличненько мы прошли, давайте проходить, ребятки, дальше. Так, а здесь у нас что? Так, у нас здесь большой бочонок, у нас здесь маленький бочонок. И каким-то образом надо вот это нам все погрузить. Да, надо погрузить нам два ящика больших и одну большую бочку. Так, ну что ж, давайте, ребятки, начнем. Берем вот эту бочку и давайте ее закинем с вами вот сюда. Вот давай, малыш, еще немного. Такая тяжелая, ребята, реально. Я не знаю, как ее закинуть. Вот так вот. Ее не пускает, оказывается, там. Вы видели, ребятки? Ее, оказывается, там не пускает. Надо быстро собрать отсюда. Ай, вы видели? Сейчас у нас все получится, ребят. Сейчас, смотрите, мы заберем сюда. И опять толкнем. Так, все. А сюда здесь быстренько сейчас приедем. И заберем отсюда ящик. Давай. Отлично, ребята. У нас получилось. Теперь мы... Нам надо что? Нам надо поменять местами, ребят. Нам надо большой вот этот бочонок. Ребятки, нам надо большой бочонок спустить сюда. Да что ж ты постоянно нам мешаешься? А маленький, ребятки, взять и забросить вот туда вот. О, отлично, ребята. Вы только посмотрите. Смотрите, теперь мы грузим бочку большую в машину. Водитель, ребятки, уже сел в машину и готов уезжать. И нам осталось погрузить два вот таких вот ящичка, ребятки. Так, первый ящичек, ребятки, поехал. Так, и осталось, ребятки, погрузить второй ящичек. Так, берем второй ящичек. Давай. И ложим его на верхний. Вот так вот. Отлично, пока-пока. Все, водитель уехал. Мы, ребятки, закончили свою работу и продолжаем, ребятки, играть в следующий день, в следующий уровень. Так, ну что ж, у нас, ребятки, следующее. Это что у нас? Ага. Я, конечно, ничего не понимаю в этом. Это, типа, для меня, наверное, такая дорожка. Я по ней могу, ребятки, выехать. Так. Это что? Это здесь на время мне. Как только я отпущу, все, ребятки, так не годится. А что же сюда мы можем поставить? Ага. А сюда нам надо было поставить, ребятки, ящик, чтобы забрать второй ящик. Да? Да. Сейчас я вам покажу, ребята. Смотрите. Мы едем сюда за ящиком. Забираем ящичек вот этот. Он нам поможет, ребятки, нажать на кнопку. Нажимаем на кнопочку. Едем с этим ящичком, едем на второй этаж. Ложим этот ящичек здесь. Отлично. Теперь едем за этим ящичком. Забираем этот ящик, ребята. Так, давайте его поставим сюда, что ли. Пускай здесь стоит.
И этот, ребятки, забираем с кнопочки. Смотрите. Все, ребятки, отлично. И таким образом у нас два ящичка, ребятки, есть. Эй, дайте мне встать на колесико. Так, все, ребята, посмотрите. Так, первый ящик у нас пошел. И второй ящичек мы теперь заберем. И поедем, поедем, поедем. Давайте его с вами как-то вот так вот погрузим. Все, ребятки, водитель завелся. Товар весь у него уже погружен. Он уезжает со склада на магазин разводить товар. Пока-пока, водитель. Отлично, ребятки. Отличненько, круто. Так, ну что ж, идем дальше. Так, ребяточки, а что у нас дальше? Так, видим. Ребятки, следующее. Мяч баскетбольный я могу, наверное, сразу к себе сюда забрать. Это такое дело понятное. А, нам надо, ребятки, бросить баскетбольный мяч, чтобы он нажал на кнопку. А чтобы он нажал на кнопку, мне его надо зафутболить довольно-таки, ребятки, далеко. Вот так вот как-то надо мне бросить его. Давайте сейчас попробуем его кидануть. Хопа! Отличненько, дорогие друзья, вы видели, как легко и просто мы справились с этим заданием. Теперь баскетбольный мяч нам надо бросить в эту луночку. Хопа! Ну, нажми на кнопочку. Молодец, умница. Так, погрузчик, забираем ящичек вот этот и везем его прямо к автомобилю. Потому что водитель уже заждался нас. Берем ящик, отлично. И грузим его, грузим. Что это такое? Я что, ящик не могу поднять? Погрузчик, ты чего? Нам надо, наверное, сначала заехать на... нет, так я не заеду. А, вот-вот. Давай, малыш, еще совсем немножко. Давай, опа, отлично. Все, ребятки, мы забросили, и водитель уехал. Круто. Так, ну что ж, следующий уровень, дорогие друзья. Что у нас здесь приготовили нам разработчики? Так, я вижу, ребятки, нам надо отвезти... Ребятки, я даже не знаю, что нам надо отвезти. Там огромные ящики вон лежат. И еще что-то. А, нам надо два огромных ящика вот этих, ребятки, сверху поместить. Так, это что у нас? Угу, это раз. Что это дает? Ага, понял. Так. Так, ребяточки, ящик-то у меня два их. Подождите, я немножко не понял. И третий. Третий не упадет. А, все, наверное, уже все, ребятки. Мы уже прошли. А я-то думаю, в чем проблема? Смотрите. Мы сейчас заберем с вами вот этот большой. Эй, погрузчик, ты чего? Переворачивайся, погрузчик. Вот так вот, умница. О, отлично. Так, мы сейчас с вами приедем сюда. Заберем вот этот ящик большой. Вот так вот, умница. И вот так вот. Все, ребятки, водитель уже завел автомобиль. Сейчас мы закроем двери, и он уедет. Пока-пока. Что, он уехал или нет? Что проблема-то? Водитель. Водитель, ты где? Что случилось, ребята? Вы видели? Что это такое, реально? Вот это, конечно, был прикол. Теперь правильно. Теперь надо отпустить. Наверное. Или нажать на кнопку. Ага, все, ребята. Теперь понял.
Все, ребятки, теперь я понял, как мне пройти этот уровень. Я немножко неправильно сделал. Я-то думал, ребятки, в чем проблема? Так, нажимаем на кнопку. Здесь, ребятки, нажимаем. Что не нажимается? Вот так вот. Молодец. Сразу так и надо было нажимать. А потом не будем держать. Да. Все, отлично, ребятки. Ящички у нас упали. И теперь, ребятки, нам надо ящички вот эти, посмотрите, поставить на место. Все, ребятки. Водитель завелся. Но ему, ребятки, некуда выехать. Видите? Нам ему еще надо открыть двери. Так, для того, чтобы открыть двери, нам нужно сделать следующее, ребятки. Нажать здесь, потом нажать здесь. А что оно не нажалось-то? Да что ж такое, я прям не могу. Так, давайте по новой будем делать. Так, нажать здесь, нажать здесь. Да что ж ты будешь делать, а? Нажать здесь. Нажать здесь. Реально, а как нажимать-то? Вот так и все. Давай. Отличненько, ребята. Наконец-то мы с вами прошли этот уровень. Довольно-таки, видите, здесь тяжело было расставить все. Но мы с вами, ребятки, не сдаемся. И все, ребятки, пока-пока. Все, водитель, ребятки, уехал на склад. И проблем, ребятки, у нас как и не было. Так, ребятки, ну что ж, новые лифты у нас, новые задания. Так, поехали, лифт. Ну что ж, ребятки. Берем отсюда вот эту вот штучку. И взрываем. Взрываем нашу кнопку. Так, теперь едем сюда. А что же мне туда надеть? Что же мне сюда поставить? Понял. Сейчас, ребятки, смотрите, сейчас замкнет, и оно автоматически должно открыться. А что же делать мне? А что же мне сюда поставить? Надо было мне сначала сюда ящик поставить, ребята, а потом уже взрывать его. Смотрите. Так, мы едем сюда, смотрите, брм-брм-брм-брм-брм, приехали. Нажимаем на кнопочку, забираем вот этот, ребятки, злой и нехороший ящик, который постоянно взрывается. Аккуратненько его ставим. Едем сюда. Нажимаем здесь на кнопочку. Все, ребята. Ребятки, немножко, конечно, я неправильно сделал. Опять же. Что-то, ребятки, не то. Немножечко опять что-то у нас получилось не то. Да? Да. Ребятки, давайте попробуем заново. И посмотрим, что у нас не то получилось-то. Так, мы едем, ребятки, сюда. Здесь открывается следующее. Так. Ставим вот эту штучку, ребятки. Давайте мы ее поставим так, чтобы, когда я проехал, чтобы ее зацепило со всех сторон, наверное. И только тогда, ребятки, я смогу. Да что ж такое? О, вот так вот. Сейчас мы ее поставим. Вот так вот. Ребром. Чтобы у нас зацепило и кнопку. Видите? Вот так вот. Вот так вот. А, нет, а как же я тогда на кнопку нажму? Так не годится. Ставим так. Едем сюда. О, отлично. Вот теперь, ребятки, получилось все то, что я хотел. Теперь едем сюда. Едем, едем, газу, 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 газу.
И теперь, ребятки, нажимаем на вот эту кнопку. Все, ребятки, машинка уехала, и мы прошли этот уровень, и это просто круто, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ребятки, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки, вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока!